Приветствую вас на канале Птичий Дворик. В данном видео я хочу более подробно остановиться на вентиляции в курятнике, потому что много меня просят рассказать более подробно про вытяжку, как она устроена, приточку. Также мы в данное время проводим конкурс в Инстаграме, разыгрываем шпарчан для ошпаривания птицы. Более подробно я расскажу в конце видео про конкурс. Смотрите, начнем с контроллера. Всей вытяжкой управляет контроллер. То есть, по идее, контроллер можно любой, но у меня с функциями температуры и влажности. То есть, у него стоит датчик температуры и влажности, который мерит. Вот здесь он показывает текущую температуру, текущую влажность. Вытяжной вентилятор подключен к контроллеру. Сейчас я вам его покажу. То есть вытяжной вентилятор висит у меня на стенке. Вот. Контроллер им управляет. Управляет он им по времени. То есть каждые 15 минут у меня включается вытяжка на 10 минут. Также управляет по превышению температуры и по превышению влажности. Он включает вентилятор. Плюс у меня здесь сделано приточный клапан, приточка, она сделана со шторкой, закрывается, открывается. Плюс этой приточки то, что холодный воздух у вас как бы раздувается по стенам, соответственно, не идет потоком, раздувается, на кур он не попадает. Ну, по-правильному, конечно, приточку надо делать в другом конце помещения, у меня технически это невозможно сделать. Потому что угловая комната самая в курятнике получается. И поэтому пришлось сделать здесь. Дальше от вентилятора трубы идут. Вот идет канализационная труба по всему отсеку этому. И в каждом отсеке у нас есть такие вот фокусы, ну, отверстия для вытяжки. На лето у меня в таком вот положении они, то есть они высасывают воздух сверху. Потому что летом жарко, тепло все поднимается вверх, и они высасывают сверху. На зиму я одеваю на эти трубы, вот такие трубы вот у меня есть, 1,5-метровые. Сейчас вам покажу, какие. То есть они вот так одеваются. То есть вот они сюда одеваются, и получается они вот на таком уровне висят везде. То есть зимой нам нет смысла выдувать тепло, а нам надо выдувать тяжелые газы, отходы жизнедеятельности от кур, то есть аммиак и тому подобное. Соответственно, зимой сосется воздух весь снизу. Ну, вот, в принципе, вот так вот устроена вентиляция, вытяжная и приточная. А теперь про конкурс. В описании видео будет ссылка на мой аккаунт в Инстаграме, также наш второй аккаунт, который посвящен курам, и аккаунт нашей очень хорошей знакомой, которая занимается поставкой инкубационного яйца, зовут ее Татьяна. Вот. Вам надо подписаться на эти три аккаунта, заполнить анкету, которая будет тоже по ссылке внизу видео. И все, кто выполнит эти условия, примут участие в розыгрыше шпарчина. Шпарчан на 32 литра я отправлю в любую точку России совершенно бесплатно. Всем спасибо, до новых встреч!